Полсотни пунктов обогрева не дадут водителям замерзнуть на трассах Югры. Спасатели готовят модули заблаговременно. В их числе 37 стационарных, 3 подвижных и 11 мобильных пунктов. В окружном главке МЧС напоминают, что при низких температурах воздуха нужно тщательно готовить автомобиль к дальней дороге. Надо позаботиться о теплоизоляции кузова и капота, проверить работу двигателя и аккумулятора, а также утеплить сиденья. Необходимо запастись топливом, залить антифриз и приготовить суточный запас еды. В багажник следует положить теплую одежду, саперную лопату, свечи и термос с горячим питьем. А в экстренной ситуации звонить по номеру 112.